Поклонники американской поп-дивы Бритни Спирс забили тревогу. Фанаты певицы вышли на улицы в различных городах США с требованием реформировать систему опекунства в стране. Так, поклонники исполнительницы решили поддержать попытки Спирс добиться отстранения своего отца Джеймса Спирса от контроля над ее финансами и опекунства. Пока любители творчества певицы пытаются обратить внимание на ее ситуацию под лозунгом «Свободу Бритни», сама 39-летняя исполнительница отдыхает на ранчо и благодарит своих поклонников за поддержку.